Мне на почту написали представители фирмы Laser 3. Говорят, дорогой друг, у нас есть самый доступный лазерный гравер мощностью 10 ватт на AliExpress. Не хочешь ли ты его протестировать? Полез я на AliExpress, промониторил конкурентов, посмотрел, что они предлагают за свою цену, что предлагает этот лазер. Точнее, не этот лазер, а эта фирма. Показалось достаточно интересно. Я говорю, давайте высылайте. Они устремились, и вот через недельку лазер был доставлен ко мне домой. Этот гравер меня еще привлек тем, то, что за свои деньги, это 330-340 долларов, вы в комплекте уже сразу получаете рабочее поле для печати плюс воздушную помпу для гравера. Если вы сравните цены у конкурентов, может быть, вы и найдете гравер где-то в районе 330-350 долларов. Вот. Но вы для начала сравните комплект поставки. Скорее всего, там будет идти просто голый гравер, а за все эти аксессуары вам придется доплачивать отдельно. И уже там сумма набегает значительно выше, чем у этого гравера. В маленькой коробке находится рабочее поле для гравировки. Они придумали достаточно необычное решение. Во-первых, у нас тут находится 20 магнитов-ножек. Вот такие вот ножки, то есть они фиксируются к рабочему полю, магнитятся очень сильно, вот, и вы, получается, на них сможете раскладывать заготовки. Решение это еще необычное тем, то что, ну, обычно я привык видеть вот такие вот пластины, вы их подкладываете под гравер и гравируете на них. Тут же у нас, получается, сделали в виде такого пазла. У нас идет 4 пластины. То есть вы можете взять либо одну пластинку, либо же взять две пластинки, да, ну, под размеры вашей заготовки. В принципе, в этом есть какой-то смысл. Вам не надо устанавливать большое рабочее поле. Вот, сложили сколько вам надо, и если надо, еще его увеличили. И вот так ножки можете выставлять в произвольном порядке, как вам удобно. На них устанавливать заготовку, что-то гравировать, либо же вырезать. Либо этими же ножками можно фиксировать заготовку, чтобы она у нас не сдвигалась при гравировке. То есть, если вы будете использовать воздушный компрессор, чтобы поток воздуха не сдул вашу заготовку. Во второй коробке лежит воздушная помпа. Помпа нам нужна в основном в процессе вырезания каких-либо деталей. Подача воздуха значительно упрощает работу лазера. Вот, она выдувает остатки нагара. И лазер намного эффективнее прорезает материал. Лежит вот такая вот небольшая помпочка. Тут, кстати, есть регулятор подачи воздуха. Вы можете ее поставить на минимальный обдув. Ну, если вы будете гравировать что-либо, включайте на минимальный обдув. У вас будет немножко обдуваться линза, и линза будет оставаться намного дольше чище. Ну, а в большой коробке лежит сам лазерный гравер. Это своего рода такой конструктор, который мне предстоит собрать. Давненько я не собирал такие гравюры. Последнее время приходили уже в основном в предсобранном состоянии. Вот тут же у нас куча всяких винтиков, гаечек. Вот. Ну, чтобы не занимать у вас время, я, пожалуй, сделаю вот так. Станочек небольшой, рабочее поле его 300 на 300 миллиметров. И вот формат А3, это у нас 300, грубо говоря, на 420 миллиметров. Он хоть сюда и ложится, но полноценно его загравировать мы не сможем. Конкуренты же будут где-то 400 на 410 миллиметров. Ну и опять же, 420 миллиметров они тоже не осилят. Максимальная скорость гравировки станка 6000 миллиметров в минуту. В принципе, этого вполне будет достаточно. Ну, если вы будете гравировать, либо же выжигать какие-то небольшие детали. Если вы же захотите забить полностью все рабочее поле, допустим, 300 на 300 миллиметров, ну, сделать большую такую гравировку, 6000 все-таки маловато. Хотелось бы хотя бы 10-12 тысяч, потому что модуль на 10 ватт, в принципе, это позволяет. Так как скорость гравировки тут небольшая, лазерный модуль достаточно легкий, они не выдумывали тут что-то сверхъестественное, установили обычное роликовое направляющее, вот, то есть какую-то рельсу сюда ставить, ну, в принципе, смысла особого нету. Для 6000 этого более чем достаточно. Станок можно назвать хардкорным, так как у него тут практически нет каких-либо систем безопасности, нету ни датчика огня, ни датчика опрокидывания, ключевого доступа тут тоже нет, он просто запускается с кнопки. И система безопасности, ну, я бы назвал, наверное, вот только защитную
накладку на лазерный модуль. А также тут установлено два концевых выключателя. В принципе, при включении он будет возвращаться домой. Но даже очки, защитные очки, они не положили в комплект, хотя сами тут намекают нам. Одевайте очки. На какие очки я должен надеть, если их нету в комплекте? Давайте рассмотрим сам лазерный модуль. Модуль у нас на 10 Вт с фиксированным фокусом. А сверху установлен небольшой кулер охлаждения. Кулер достаточно тихий и, в принципе, с ним комфортно рядом находиться. Снизу у нас есть магнитная защитная накладка. Она в процессе гравировки вот покрывается таким налетом сажи. Так что ее тоже периодически надо чистить и обслуживать. Сопло у нас съемное. И, в принципе, вы его можете развернуть в удобную для вас сторону и накладку сверху поменять, если вам надо, допустим, чтобы шланг подачи воздуха был с правой стороны, а не с левой. Вот. Также снимается, также чистится. Единственное, что вот, по-моему, диаметр сопла достаточно большой. Я думаю, если бы он был поменьше, то и поток воздуха был бы, ну, как-то более концентрированный и лучше, на мой взгляд. Вот. Линза у нас съемная. В комплекте идет вторая линза. И, кстати, вот минимальная подача воздуха, минимальный обдув очень положительно сказывается на чистоту линзы. Вот сколько я тут уже гравировал, вырезал, линзу вообще ни разу не чистил, она остается чистенькой. И вот такой вот у нее радиатор охлаждения. Размер лазерного пятна здесь составляет 0,08 мм на 0,1 мм. И, исходя из этой таблицы, максимальная плотность печати тут составляет 318 строк на дюйм. Для сравнения, лазеры 10-ваттные от фирмы Акмер, у них получается 0,06 мм фокусное пятно. Вот, и плотность печати у них составляет 423 строки на дюйм, то есть фактически на 100 строк больше. Вот. А чем у нас пятно меньше, тем намного более четкое изображение мы сможем получить на выходе. Фокусное расстояние нам предлагают выставлять при помощи вот таких проставочек 5,4,3 мм. Оптимальная высота для гравировки 7 мм, поэтому берем две пластинки, подкладываем сюда, опускаем лазер, фиксируем. Вот. И в зависимости от прорезаемого материала мы можем увеличить фокусное расстояние, либо же уменьшить фокусное расстояние. Вот. Пластинки прозрачные, немножко неудобно, потому что можно кинуть на стол, и потом пытаешься найти ее взглядом, она, зараза, прозрачная, ее не видно на столе. Для теста гравера я не стал запускать какие-либо тестовые таблицы. На мой взгляд, они бездушные. По-моему, намного интереснее сделать сразу готовое какое-то изделие и показать, на что способен этот гравер. К примеру, вот такой вот миленький геккончик. Тут у меня три слоя фанеры. Средний слой у нас создает вот такую подвижность. Вот. Прорезался он у меня за два прохода. Можно было и за один проход прорезать, но я предпочитаю ставить мощность поменьше и несколько проходов. Таким образом, я надеюсь продлить срок службы лазерного модуля. Вот. А следующая у нас идет вот такая анодированная пластинка. Слой краски снялся идеально. Качество гравировки, посмотрите, все детали отлично видны. Дальше у меня была, по-моему, стретч или скретч бумага, как там так называется. Там у нее под этим черным слоем какая-то фольгированная такая подложка, и вот он его аккуратненько снимает, и получается вот такой вот рисунок. Также подставочка под кофе, это у нас получается сланец, рисунок отличной четкости. Еще я пробовал делать вот такие вот наключники, брелочки. Это у нас получается натуральная кожа. Также и гравировка, и прорезалась, все достаточно неплохо. Собственно, сама гравировка, посмотрите на качество рисунка, все линии отлично програвированы, даже усы видны, тени хорошо передала. Вот. Также попробовал его на стали, да, это, по-моему, сталь у нас идет. Вот такой вот рисунок нанес, размер диска, количество зубов, вращение. И еще я попробовал сделать вот такой вот шаблон для минажницы. Вот. Ну, тут мы, конечно, ограничены размером рабочего поля 30 на 30 сантиметров. Так, друзья, вот такая неплохая рабочая лошадка со своими задачами справляется неплохо. Опять же, помним, что это всего лишь 10 ватт, какие-то там доски он обрезать не будет. А вот с такими мелкими, простенькими задачами справляется на ура.
поделился своим мнением. Мнение это никому не навязываю, максимум вы должны к нему прислушаться, а свое мнение вы должны сложить о нем сами. Надеюсь, обзор был кому-то полезен, возможно, интересен. Ну а с вами увидимся в новых роликах. Всем спасибо, всем пока.